Бисмиллахи ррахмани ррахим. Вассаляту вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – танвин фатха. И мы проходили с вами огласовки фатха, дамма, кесра. Сегодня, иншаллах, мы продолжим эту тематику, но немножко в измененной форме. Итак, сегодняшняя наша тема – танвин фатха. Танвин фатха состоит из двух огласовок фатхи. То есть танвин фатха, две огласовки над строкой. Над строкой. И она означает ан с твердыми звуками. Н с мягкими звуками. Давайте несколько примеров напишем, чтобы более понятно было, как твердый ан и н практикуется в кораническом контексте. Например, слово «китабен». «Кита», обратите внимание, «бен». Вот она будет писаться таким образом. «Китабен», «бен». Например, слово «эрдон». «Эрдон». «Дон». Обратите внимание, «дон». «Н». Китабен. Продолжаем тему. И следующий танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин кесра. Ин. Ин. И она обозначается таким образом. Подстрочные две черточки. Кесры и получается ин. И последний танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин дамма. Ун. Ун. Обратите внимание. Надстрочные две огласовки. Дамма. Ун. Хотел обратить ваше внимание на несколько нюансов. Обратите внимание. У нас надстрочная фатха, подстрочная ин и настрочная танвин дамма. Из чего они состоят? Обратите внимание. Фатха, нун сакин. Кесра, нун сакин. И дамма, нун сакин. Вот эти правила нам пригодятся, когда мы будем проходить правильное произношение коранического текста. И к этому хотелось бы добавить. Танвин, фатха, кесра и дамма всегда стоят в завершении слова, над последней буквой. Это на что указывает? Это указывает, что слово завершено. Во-вторых, что это существительное слово. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.